Югорчане конфликтуют из-за кондиционеров. По результатам опроса, который провел сервис SuperJob, у 3 из 10 офисных работников в Югре случаются конфликты с коллегами из-за кондиционеров. В этом году о подобных инцидентах рассказали 30% опрошенных. Следует отметить, что, согласно опросу, чаще всего из-за температур в офисе конфликтуют работники в возрасте от 35 до 44 лет. Треть из них заявила о разногласиях. Впрочем, каждый второй готов найти компромисс. Половина всех опрошенных призналось, что с такими сталкиваться не приходилось. В случае чего всегда можно надеть пиджак или установить увлажнитель.